Лопаты есть. Не стесняйтесь, берите лопаты, мальчики. Около 2500 молодых деревьев высадили в городском округе Зарайск в рамках всероссийской акции «Лес Победы». Каждое высаженное дерево – это дань памяти тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны и отдал свои жизни во имя Победы. Экологическая акция, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым, проходит в округе ежегодно. В этом году добрую традицию активно поддержали жители деревни Мендюкино и Воронина, которые положили начало Аллее Славы. У нас сегодня участие принимает более 500 человек. И это очень радостно. Люди вышли с хорошим настроением, люди вышли. Сегодня очень хорошая погода. На каждой площадке у нас пирожки, чай. Очень радостно, что очень много детей, которые принимают участие в этой акции. На посадку деревьев и озеленение территорий вышли и жители деревни Ерново, Летуново, Дятлово 3, Маркино, Челки Соколова. Основной площадкой стал лесной фонд в деревне Радькино. Ольга Желудева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.